Итак, ребята, мы с вами закончили ХТИ. Давайте поделимся в двух словах, что такое химия вообще? Любовь. Скажите «любовь». Ну да, конечно. Ну а что еще? А по-моему, химия — это в первую очередь учеба. Интенсивная учеба. А еще химия — это эксперименты. Твоя коронная рубрика. Эксперименты. Что еще? Чувства. Новые возможности, они тоже есть в химии. Ну а как же серьезные переживания? Да, такое тоже бывает. А еще это внезапное открытие. Это ты про тот случай? Кстати, после него мы прозвали Диму Менделеев. Не зря. Постоянные волнительные моменты. И большие перемены. Вообще жизнь — это не только химия, но химия — это вся жизнь.